Уральская усадьба представляет. Сегодня у нас 4 апреля. Приехали на монтаж теплиц арочные 3 на 6, 6 штук. Вот здесь мы их будем устанавливать. На улице погодка так себе, дождь со снегом. Ну, думаю, что все получится у нас. Работа по постройке теплиц кипит. Соорудили 5 фундаментов, 6-й доделывается. Параллельно делаются торцы, готовятся. Там пацаны у нас работают, 6-й фундамент делают. 4 торца готово. Сейчас начнем строить каркасы. Основание из бруса готово. Брус клиента. Установлены 3 каркаса. У нас продолжается сборка 6 теплиц арочных. Практически готовы уже 4 каркаса. Скоро приступаем к покрытию поликарбонатом. Параллельно делаются торцы. Потихоньку движется к завершению наш монтаж. Напоминаю, делаем мы 6 теплиц арочных шириной 3, длиной 6 метров. Вот они у нас так стоят. 2 теплицы здесь было. Плюс наши 6, итого 8. Теплицы покрыты. Сейчас идет окончательное закрепление поликарбоната. Осталось нам с той стороны зашить поликарбонатом двери, поставить крючки. Закончился монтаж теплиц. Вот стоит шеренга 8 арочных. 6 из них новых, 2 в возрасте 5 лет. Пойдем посмотрим. Все теплицы абсолютно одинаковые. Новые немножечко отличаются от старых. Незначительно. Что у нас есть? У нас есть цельная дверь в торце, также есть 2 торцевые форточки. Любую выбираем, какую пойдем, какую, а вот в эту. Сам каркас у нас из трубы 20 на 20, окраска грунт эмаль, зеленый цвет, арки с усилителем. В другом торце у нас просто 2 торцевые форточки. Все стоит на брусе 100 на 100, бов пропитан. Выровнен по уровню. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. Все теплицы как один, как одна. Абсолютно одинаковые. Впечатляет масштаб
Ну, у меня на этом все. Задавайте вопросы, ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии. Всем пока!